История дня на ТВ Рус. Привет всем от ТВ Рус. Приступим к поиску интересных исторических событий. Ровно 55 лет назад, 16 ноября, над Землей прошел самый обильный звездопад. 2300 метеоритов в минуту. В следующий раз такая красота нас, землян, ожидает только в 2099 году. А еще сегодня весь мир отмечает День фастфуда. Какой самый популярный фастфуд в Германии? Нет, не сосиски, это шаурма. Или, как еще говорят, дёнер-кебаб. Каждый день жители Германии съедают почти 2 миллиона порций шаурмы. Это 3,5 миллиарда евро в год или 300 тонн, если переводить в вес. Кстати, человек, которому приписывают изобретение шаурмы здесь, в Германии, или дёнер-кебаба, это Кадир Нурман. Он жил в Западном Берлине и продавал свою шаурму или свой дёнер-кебаб напротив зоопарка Банхоф. Из необычных праздников сегодня Всемирный день пуговицы. Появились, кстати, первые пуговицы еще в Древнем Риме. Тогда их использовали как украшение. И наличие пуговицы говорило о высоком статусе человека. А на Руси пуговицы использовались как амулеты. Из новинок этого дня – спасательный жилет. Запатентовал великое изобретение как раз в этот день, 16 ноября 1741 году в Нью-Йорке, Наполеон Герен. Выглядел он, нет, не Наполеон, а жилет, как жакет, который был наполнен измельченной натуральной пробкой. Вот таким любопытным и интересным оказался этот день в истории. До встречи завтра на ТВ Рус. Все, пока! Пока! История дня на ТВ Рус.